на матче чемпионшипа. Обслуживал игру Чарльтон КПР. 2-0. Чарльтон победил в этом лондонском дерби. Но у нас, вот сейчас смотрим за Тоттенхэмом. Эриксон, удар по воротам. Уотерс помог Эриксону. Эриксон бьет из-под ноги. Эриксон разбегается, бьет по воротам. Удар, и велик. И, ну, понятное дело, что Почеттино следил. Подача, гол! Гол, подача какая, а, посмотрите. Шикарная. Да, ну и... Вот так, здорово, здорово сыграно. Арнаутович, штрафной площади, прострельная передача. И здорово было сыграно. Это Ван Гинкел сделал передачу на Арнаут, на Джонсона. Джонсон, подача. И здесь очень неудобно было Ван Гинкелу бить. А дальше вот момент. Тоттенхэм просто отскочил. Посмотрите, Ван Гинкел, дальше Уолтерс. И вот здесь Дэвиса, прежде всего Дэвиса. Дэвис. Фактически, ох, какая передача на Мейсона, Мейсон! И... передачу. Кейн сделал передачу. Какой пас. И Тарь шикарно сыграл. Дэвис идет вперед. Дэвис врывается. Дэвис, удар, прострелы. Паста, снова Кейн делает. Снова Кейн. Бросает Дэвиса в прорыв. И оборот. Левым флангом показывает Мейсон, куда сделать передачу. А передача на Кейна. И что вытворил? Да, какой же матч мы с вами видим. Посмотрите, как было здорово. Хоселло, передача Айрленду. Айрленд на Арнаутович. Арнаутович под удар, удары. Опасности не представлял. Красиво было сыграно, все здорово. Льюрис контролирует. А тем временем Дембеле с мячом. Дембеле, удар по воротам. Батлин. И удар. Показывают, что была опасная игра со стороны Дембеле. Могло быть, тут очень неплохо отработал тот сезон. Свой последний сезон. А сейчас падает. Отправляют друг друга. Айрон. Передача на Хоселло. На Хоселло, смотрите, как здорово покрывает мяч. И там подталкивает его. Итак, Арнаутович против Льюриса. Удар. 2-1. Партнера. Арнаутович. Айрон. Штрафной. Подача. И 2-2. Сотворил Арнаутович с Арлендом.